ограничения. Победить венгерских теннисистов, безусловно, очень заманчиво. Но где же взять резервы для успеха? Вот идет поединок Бориса Розенберга с Золтаном Криштаном. Теоретически, казалось, Розенберг, который на чемпионате пока не проявил свои лучшие игровые качества, надежд на успех не имел. Но, тем не менее, вы видите, счет 15-8 в пользу советского теннисиста. Это идет вторая партия. Первую наш теннисист уже выиграл. То есть вот здесь, быть может, наверное, рано торопиться, так сказать, забегать вперед и делать какие-либо прогнозы. Может быть, здесь все-таки мы что-то и найдем, как резерв. 15-10. Переход подачи. Вот тут и перехватывает инициативу венгерский теннисист. 15-11. Почему у Розенберга подача? Он должен атаковать. Как быстро реагирует Криштан на все мощные удары Розенберга. Но все-таки очко выигрывает наш теннисист. 16-12. Вы видели, наверное, как мгновенно переместился венгерский теннисист в правый угол. Он знал, что туда будет послан мяч. Мы со стороны это видели. Очень хорошо варьирует темп игры венгерский теннисист. 13-17, переход подачи. Но все-таки пока Розенберг впереди. Едва только Розенберг посылает мяч под правую руку сопернику, как тот словно вот заранее уже приготовился реагировать именно оттуда. Как он заранее видит вероятность полета мяча. Это, между прочим, качество, которое относится к разряду способностей и в теннисе, и в настольном теннисе. Здесь они однотипны, но в настольном теннисе это еще важнее, потому что времени на подготовку гораздо меньше. 15-18. Особенно это касается, между прочим, принимающего мяча, мяч при подаче. Тут надо точно заранее предугадать, какой будет мяч. 19-15. Впереди Розенберг. Два мяча надо выиграть. Еще очко. Оно необходимо Розенбергу не только для того, чтобы сравнять счет матча сборных Советского Союза и Венгрии, но и для того, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Допускает ошибку. 20-16. Но пока он подает. Выиграно это очко. 21-16. Розенберг побеждает. Очень важное очко выиграно.